сельхозкооперативе Снитово-Агро Ивановского района уже не первый год экипаж в составе старшего комбайнера Анатолия Вороновича и комбайнера Григория Дашкуна первыми из бункера своего комбайна выдают более 1000 тонн зерна. Они трудятся на жатве по-настоящему геройски. На счету экипажа на день нашего посещения хозяйство было уже порядка 300 гектаров убранного урожая. 22 июля глава региона Константин Сумар приехал в хозяйство, чтобы лично прямо в поле у комбайна вручить награды, благодарственные письма и денежные премии передовикам. Он подчеркнул, что такие достижения даются только настоящим мастерам и труженикам, которые умеют преодолевать любые сложности и природные катаклизмы. Такие результаты возможны лишь благодаря ответственному и добросовестному отношению к своему труду, ведь хлеб легко не дается. Я очень благодарен, например, тем людям, вот всем нашим механизаторам, хлеборобам, будем так говорить, за тот огромный-огромный труд, который они вложили. И я думаю, что те итоги, которые мы будем подводить в этом году у Пинска, у Пинске, а мы примерно будем проводить 13 сентября уже наши дожинки областные, там будет о чем сказать и будет кому вручать очень хорошие премии нашим передовикам в области. Это ваш кормилец, что вы его так обхаживаете? Да, конечно, это наш кормилец. Как работается в этом, в этой страду? В принципе, хорошо. Тяжеловато, а что сделаешь? Такая это у нас работа. Сколько уже намолотили? Уже 1000, больше 1000 где-то. Примерно где-то, может, 1020 или 1030 где-то. Так. Ну, вы чувствуете, что вы герои жатвы? На это времени нету. Почему? Надо убирать все. Надо все убирать. Надо понимать друг друга. Наверное, как и технику, так как и напарника по работе. Все, все приходится в труде, в стремлении. Да, в труде. А любите землю? Ну, мы на ней же выросли, на этой земле. На ней выросли. И на ней же работаем. Да, работаем на этой земле. Ах ты рожь, хорошо поешь, считают специалисты СПК Снитово-Агро Ивановского района. Плановое задание для этого хозяйства – 9 тысяч тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Сегодня уже убрано порядка 70% площадей. Зерновые культуры в Снитово-Агро занимают 1284 гектара. Уже намолочено более 4000 тонн. Урожайность в хозяйстве составляет более 52 центнеров с гектара. А это значит, что хлебный каравай в этом году будет увесист. Это как финиш, можно так сказать. Это работа целой группы специалистов, работа механизаторов. Потому что комбайнер забирает то, что... Тот труд, скажем так, который был вложен до этой жатвы, это качество подготовки поля, это семенной материал, это, и так далее, и так далее. В конечном итоге это уход за посевом. И сегодня вот приятно смотреть на это поле, которое видно только один колос, больше ничего на поле не растет. Значит, с полем хорошо работали, он дает результат. В Брестской области сегодня зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем на 20% всех площадей. Всего намолочено порядка 300 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по области составляет 40 центнеров с гектара. В этом году очень высокий урожай. Мы ожидаем, что будет в Ивановском районе. Не сейчас уже намолачивать примерно около 49 центнеров с гектара. Очень хороший урожай на этот год. Сейчас вот идут в Столицком районе, потом в Каменецком районе, в Пружанский район должен подтянуться, там тоже неплохой хлеб растет. То есть сделано очень много, и мы имеем все возможности, чтобы стабильно уже получать хороший очень урожай. Хотя Брестчина уже для нас нормой стала намолот валовый 1 100 000 200 000 тонн зерна. В этом году, если все будет нормально, мы эти свои позиции намного произведем. Лариса Осмолович, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.